Приветствую вас. На момент записи этого ответа у вас было только два комментария под ваш вопрос, я их не читал. А вот думаю, что где-то могу быть созвучным тому, что пишут мои коллеги. Вот. Поэтому заранее прошу прощения за повторение. Итак. Мне очень плохо, я не знаю даже, как объяснить, по какой причине и насколько сильно я подавлен. Но с молодым человеком 3 года в отношении, последний год какой-то ужас. Месяц хорошо, потом ссора, неделю две, потом снова хорошо и так по кругу. Дело в том, что у меня столько вопросов, могу получить у себя на них ответы, у себя в голове на них ответы. Скажите, как реагировать, когда меня оскорбляют самыми последними словами? Он считает меня тупой, он твердит это несколько раз в день в разных формах, принижает меня, я постоянно боюсь сделать что-то не так, сама начала верить в это. Постоянно требует от меня полного послушания, сделай мне массаж, помой посуду. И так далее. Вот. Когда ему говорит, что мне обидно, что мне неприятно, он очень сильно бьется, говорит, что ему плевать. Да, он упрекает меня тем, что мне меня все надо заставлять делать. мне не сложно, но меня начало это раздражать. Меня постоянно указывают, как мне жить, что мне делать и так далее. Он начал меня бить в кавычках. Я не понимаю, являются ли такие его действия битьем, он может меня толкнуть, ударить шлепком по руке, голове в грудную клетку. Для него все это игра, он на все это отвечает, я рассчитываю силу удара, тебе не больно, не вредит. У меня только вопрос, я просто схожу с ума. Я терплю все это, но каждый раз он меня бросает и находит причину. Чаще всего ты меня не ценишь, не уважаешь и не слушаешь. Например, он мне может помочь с работой, но при этом 30 раз скажет, какой я ужасный, никчемный человек. Вот как быть благодарным? Он, конечно, делает для меня милые вещи, покупает что-то по мелочи, платит за меня, поддерживает, но все это перекрывается его таким поведением. Мне кажется, что меня сводит с ума, я вроде как должна быть благодарна, как он говорит, и я не понимаю, что происходит. Уважаемые психологи, помогите мне, пожалуйста, ответить на все эти вопросы, я буду вам благодарна. Мария, а у вас на самом деле всего 2 вопроса. Получается, это вопрос, как быть благодарной, и вопрос, как реагировать, когда меня оскорбляют последними словами. Это 2 вопроса, которые вы задают. И я думаю, что ответ на них мало что вам даст, потому что дело не в них, не в вопросах в этих, а дело немножко в другом. А именно в том, что вы себе не доверяете. Это первое. Второе, то, что вы находитесь в абьюзивных отношениях, в которых не работают принципы выстраивания отношений. Третье, это то, что вы не несете личную ответственность за то, что происходит, пребывая в рэкетных чувствах, таких как чувство вины, страх и так далее. У вас также есть проблемы с самооценкой, потому что вы заражаетесь с позиции другого человека, что говорит о том, что, опять же, себе вы не доверяете. И вы не доверяете своим чувствам, потому что пытаетесь подавить свое раздражение. Ну, вот. В целом, это история про страх быть брошенной, страх одиночества, возможно. Невозможность находиться наедине с собой, отсутствие контакта с самой собой. Вот, именно с этими вещами, на мой взгляд, нужно работать. Имеется в виду с психологом. Что касается вопроса, как реагировать, когда вас оскорбляют? Реагировать так, как вы реагируете. Все люди реагируют по-разному, у людей есть разные чувства. И если молодой человек говорит, что это игра, а вы не чувствуете, что это игра, то нужно реагировать. Только реагировать не только психологически, не только вербально, но и действиями. Необходимы действия. Что касается того, как быть благодарной, я не очень понимаю, для чего заставлять себя быть благодарной. Если вы этой благодарности не чувствуете. Другой вопрос, если вы ощущаете вину из-за этого. Вот. Следующее, вы пишете. Мне очень плохо, не знаю, как объяснить, по какой причине. Это выглядит настолько кричаще, я бы даже сказал провокационно.
Я отдаю себе отчет, что, возможно, именно провоцировать не является вашей целью, но неужели в данном случае вы сами не видите, из-за чего вам плохо? Вам плохо из-за того, как ведет себя с вами молодой человек, вам плохо из-за того, что вы находитесь в отношениях, которые, по сути, вас подавляют и так далее. Из-за этого вам плохо. Вам плохо из-за того, что вы подавляете свое раздражение. Вам плохо из-за того, что вы не чувствуете себя свободной. Из-за этого всего вам плохо. И мне кажется, это очевидно. Если для вас это не очевидно, то у меня вопрос, как так хочется. Понимаете, да? Вот. Поэтому мне кажется, что сейчас ваша глобальная проблема в том, что вы себя обесцениваете. И не представляете себя, не видите себя отдельно от молодого человека. То есть вы находитесь с ним в слиянии. И, соответственно, работать нужно с личными границами. Но из абьюзивных отношений, в которых есть насилие, унижение и так далее, необходимо выходить. В данном случае вы являетесь созависимым. Изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана. В интернете это есть, в интернете есть информация по этому вопросу. Изучите, а после обращайтесь к специалисту и начинайте работать. Вам поможет только индивидуальная работа. Всего вам самого доброго. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой.